Ну чё, продолжаем издеваться над шампунями и над волосами. Тёпленькая водичка. Вот она тёпленькая, она не кипяток. Чайку, да? Тут у нас мало воды, нечестно будет. Видно, что все, кроме Пантина, помутнели. Это что он значит? Что Пантин у нас сделан из воды. Я бы его еще добавил, ну, как бы так, чуть-чуть, потому что он явно не концентрированный вообще. И все равно ничего не мутнеет, то есть там вообще ничего нету. Сульфататин. Поехали купаться. Непослушные, блядь. Как бы цель теста посмотреть, насколько агрессивными шампунями население у нас пользуется. Вот здесь три профессиональных шампуня. Вот этот профессиональный, но как бы продается простым смертным. Вот. А вот это Пантин правее. Нравится? Мне очень нравится. Когда люди после дорогих процедур говорят, что у них все смылось и что их мастер козел или коза. Пена розовенькая. Да, розовенькая пена сразу. Вот, я сейчас даже покажу поближе. Вот. Она такая. Не видно. Не видно, да? Ну, она розовая. Как бы тут можно их тереть, что хочешь с ними делать. Разумеется, тут как бы концентрация лошадиная, и поэтому, ну, тоже какая-то прям микропроцент у профессиональных шампуней ушел. Вот, в частности, у итальянского Артека он тоже ушел. То есть агрессивность тоже присутствует. Вот, ну, видно, что у нас шампуни состоят из какой-то химической все-таки субстанции, типа там кремовой, масляной. То есть уход какой-то есть, даже если шампунь у нас немножко жесткий, он за нами ухаживает. Италия, Германия, Джоджо, Германия, Джоджо, флаконе Окуба и Пантинчик. Результаты есть вот такие. Я думаю, мы сейчас цвета здесь добьемся. Вообще акварельного, и можно будет этой водой даже волосы покрасить. Дай-ка мне полотенчик. Ты сейчас утону.
же протру руки для чистоты эксперимента. Вот, ну видите, даже здесь сколько ты его не мочи, цвет не уходит. Компания Ortega немножко проигрывает. Как бы, ну... Спорим, цвет стойки останется на пряди. А на пряди цвет останется, мне кажется, все равно. Вот так вот. Вот. Посмотреть, да, это, мне кажется, из-за мутности просто легкий оттенок пошел, да? Как-то так. Ну что, будем их сушить и покажем.